Всем привет, друзья, меня зовут Николай, Конвой Геймс, продолжаем страдать. Короче, ту битву я скипнул, ладно уж, куда деваться. Будем действовать, как говорится, дальше. Ой, что-то громко, во, так пойдет. О, здорово. Давай, вали уже. Прокачаем тех героев, когда они присоединятся. Когда уже будет много народу, чтобы... было чем, как говорится, разгуляться, чем кем, чем мы было. Здорово, мужик. Так. Хорош! Да, ну и разница. А где Пеле? Охереть, он внизу. Ладно, куплю всем, а там разберемся. Ну, кроме Артура, ему не надо. Но у меня такие же, по-моему. Да. А вот такого не было, слышь? А это никто и не может одеть. Про секиру, кстати, что-то никто не написал, ладно. А, это антидот. Нет колец что-то, ребят, нету. Либо я профейлил опять где-то. Ну, похер вообще. Играется по классике у меня пока что. Меня все устраивает. Где священник? Ёбаный свет. Да уйдите нахуй.
Хорош мне музыку заново начинать, падла. Так, чё по промоуту? Ловый, как обычно, блядь. Ай, блин. Все, да? Так, мне нужен теперь штаб. А где штаб у нас? Короче, давай, пока. А чё у тебя магия есть? А, у них у всех есть такая строчка. Я уж хотел обрадоваться. Блин, Анри ещё надо качать. Ой-ой-ой-ой-ой. Тогда я ещё раз проверю, а то я знаю. Ну, конечно. Не, ну, в принципе, я готов. В принципе, я готов. Подожди. Лучше я буду передавать. Кажется, я манал рисковать так. Так. Сейчас мы это все сделаем, ребят, это надо сделать. Это надо сделать обязательно. Thank you.
33, неплохо. Ну чё, пора отправляться. Ну, брать я тебя не буду. Ду-ду-ду-ду-ду. Не понял, а где второй? Так, ну я вроде все сделал. Поехали. Сразу прям не будем тянуть кота за яйца. Их ебать, тут народу нахуй. По-моему, поле поменьше, не? Да нет. Или да, непонятно. Не, враги те же самые, кстати. Чё-то я лишканул, я думал больше тут напихали, не. Тут нормально. Короче, решил я, ребят, с картами не заморачиваться. Нахер. Не хочу. Сива хорошо бегает. Сейчас посмотрим, сильно ли статы у меня похерились или нет.
Ну давайте, подходите уже. Нормально. Ух, ё-моё. Играется что? Хотя... А у него, наверное, топорик. А как врагов смотреть, кстати? Без понятия. ХЗ. Так, продолжаем. Отвлекся на минуточку. Так. Ну, мудак просто. Бля. Ой, как хорошо. Что ж ты, тварь-то такая, а? Ай, блядь. Прикрою пока. Да что ж меня так пробивают-то?
понятно, почему проливает. У меня уровни маленькие. Еблан ты, сука! Какой кривой мудак, а? Подожди. Подожди, а кого ударили-то? Я просто задумался о другом. Ладно, хер с ним пока. Блядь, ну ёбаный в рот! Сраная проекция непонятная! Какие полезные характеристики? Ебать! Серьезно? Вот кого ударили. Блять, провтыкал, конечно. Какой полезный левел, блять. ХП на один, полезно, да. А где третий Блейз? Не, ну опыта сыпет, конечно. Блин, ну чё ж люк такой тряпочный-то, а? Thank you.
просто тряпка. Что ж так скудно по характеристикам-то, а? Я удивлен. Я удивлен. Очень мало дают. Странно. Да, ну этот чат едет, блядь. Тряпка. А у меня маны нет, чтобы по всем стукнуть. Да ну что такое? Хорош. Палка его.
Не надо было этого делать. Главное еще не подохнуть. Давай, давай, быстрее! Ради опыта! Очень хреновые статы дают, очень. Что, за один ход его надо вваливать, получается, да? Получается так. Обосраться. А я не успеваю. Не-не-не, даже не думай. Я не успею. Мудак, блядь! Двойной мудак. Все, пиздец. Да, блядь. А теперь уже похер.
один ход не успел, ну блин, обидно. Опа. Опа. А это хорошо. А вот это надо уже будет подумать к следующей серии, ребятки, давайте в комментарии. Вот. Да блин. Давайте в комментариях, а на этом закончим. Вот, так что подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте, смотрите влоги. Всем до встречи в следующей серии и всем пока.